Больше сотни анапчан приняли участие в кастинге для фильма, съемки которого уже в ближайшие месяцы начнутся в городе-курорте. Виски не выбриваем, ракес не отращиваем, все предельно натуралистично. 1985 год снимаем, военные действия. Просмотр шел около 6 часов. Принять участие в нем приходили целыми семьями. Для съемок кинематографисты выбрали карьер в районе села Юровка. Работа начнется в середине сентября. Речь в фильме будет идти о событиях времен войны в Афганистане, когда советские пленные подняли восстание в лагере. Основной типаж у нас идет кавказская внешность на роли маджахедов. Но рассматриваем абсолютно всех, потому что это будет в любом случае в нашей базе, в театральной. Вот. И в дальнейшем в проектах, естественно, мы с ними сможем работать. На данный момент мы набираем больше на массовку, естественно, потому что проект очень большой, надо массовки от 150 человек. Вот. Ну и, соответственно, мы тоже актеров рассматриваем, потому что очень много эпизодических ролей и роли второго плана.